Друзья, я провел мастер-класс в арт-пространстве «Коробка», где писал натюрморт. И мне хотелось написать необычный натюрморт. Совсем недавно вернулся из поездки длительной. Сначала была Армения, я проводил класс в Армении, потом Венеция. Это просто был пленэр трехдневный, где я поработал для себя. Потом класс на озере Гарда на севере Италии. И потом класс на Сицилии, в рыбацкой деревне Марса-Меми. Мне очень там понравилось писать, не переписать. Древность, история, неспешные люди, туристов мало в этот период. И на площади я написал две, по крайней мере, работы с этим видом. Мне захотелось объединить натюрморт и этот вид. Я слышал, что в Германии и, может быть, в других академиях Европы студентов, художников обучают таким образом. Ставят различные предметы. То есть мы привыкли к постановку писать, а там просто они вот наставлены хаотичным образом. Студенты сами выбирают нужные им предметы и формируют, сочиняют свою композицию. Почему бы этим не воспользоваться? Вот есть кувшин, два фужера с вином, апельсин и черешня на столике и мой вид, который я так полюбил, он у меня в голове. Я буквально 3 дня назад, 4 писал его. Я покажу вам, как это делалось от и до. И хочу выразить благодарность тем, кто пришел на этот класс. Приехали более 20 человек. И самое приятное, что приехали из Оренбурга. Это я даже не знаю, сколько тысяч километров. Наверное, больше 2. Из Калужской области, из Саратовской, из Москвы. И еще каких-то городов, которые я не запомнил, вам огромное спасибо. Это говорит прежде всего о том, что мой метод преподавания живописи работает, что есть люди заинтересованы в нем и приезжают издалека, чтобы посмотреть, казалось бы, час времени, как я пишу натюрморт. Это дорогого стоит, спасибо вам огромное. Элемент выдумки, фантазии. Для меня он очень интересен. И когда все собирается не просто, как видите, а по пятнам. Ну, я уже об этом много говорю. Вот попробуем в деле, как это можно выстроить по пятнам. Что будет, я не знаю, нет никаких заготовок. Поэтому вперед. На заднем плане. Кстати, это покупной холст на Валбересе заказал. Написано было водонесетый грунт, фабричный. Первый раз на нем пишу, как он там называется.
Туюканс, да? Да, есть. Лен? Средний. Посмотрим. Ну так он все равно бликует, пока непонятно, что это за группа. Ну, в смысле, блестит. Когда он донесен, он не блестит. Он видишь, как не тянется. Ну вот картина уже готова. Подпись. Все в мозгах, потому что писал эту историю два раза уже. Поэтому очень сильно остается впечатление. Небеса, когда пишете на билете, там обычно синее небо, оно всегда очень сложное, всегда с какими-то составляющими. И есть такая растяжка, он купол пишет, поэтому бывает так, что вниз тяжелее, темнее. Или наоборот, вверх. Ну что, нормальный голос можно писать. Не тратить время на всякие подготовки. Перво-наперво для меня важно заполнить пространство Толстого примерными отношениями. Для чего я слово примерными? Раньше очень, когда на этюды приезжаешь, долго настраиваешься. Такая вот штучка продается. Мимо двух вот этих штрихов. Очень удобно, проверено. Туда пакет.
чем происходит, когда мы закладываем средние отношения. Не обращаем внимания на какие-то там свет тени, все такое блики. Потому что чемодан потеряли вы, скажите, когда летят кисточки или дальше. Ну, кстати, через сутки вам вернем. Через двое. Поднять. Небо синее, и тени здесь холодные, здесь
попасть, они такие плотные. В принципе, кто хочет, может посмотреть здесь. Но я просто помню. Но не просто холодный, а плюс еще цвет этого камня. Вот он холод и плюс вот что-то такое. Все они идут на точку входа. Кстати, здесь они уже под другим направлением работы. Это я сейчас пошутил. Солнечный день, и снизу там такая беседка беленькая, рефлекс, теплый отсюда туда рефлекс. Thank you.
приключений моря. Если он кликует, можно как-то по-другому стулья поставить,
вот это, как называется, так, Малевич, да? Ну, так попробовал уже год, наверное, очень доволен. Большой тюбик стоит, ну, 800 рублей. Можете попробовать. Нареканий нет. Кто-то пишет этими белыми титанами? Я буду громче говорить, а то она вот так делает. Не слышно? Или там. А я же редко говорю. Или там сделаешь. Ну, сделай там. Он забирается. Алло. Нормально? Это работает на конфликте тепла и холода. Если брать холодным, то все время, если есть возможность, ищите такие точки, когда есть тепло-холод, когда они в контрасте, в конфликте, на противопоставлении.
нужны обязательно блики. Один мощнее, это кадмий, как светлый, а этот кадмий темный. Может быть, даже одного достаточно. Либо это совсем поменьше, чтобы какая-то была доминанта. Еще поверхность вина сверху. Поверхность, ну, не отражается. Здесь мы этого, конечно, не видим, но все равно разница в тоне видна. Так что намек на... Ну, естественно, разные в тоне и в цвете. Заметьте, что я не переписываю буквально вообще все. Я редко туда даже смотрю, потому что надо целое держать и писать впечатление. Ну, мне интересно писать впечатление даже от этих предметов, а не буквально списывать такой список.
сложно писать людей в пейзаже. Я посвящу отдельный урок этому делу. И основная идея в том, чтобы писать их как часть пейзажа, не выписывать там реснички и все такое. Вот буквально одним мазком, чтобы это не притягивало фигуры к себе внимание, чтобы был некий намек из каких-то буквально вот, на чуть-чуть. Используя основные какие-то такие вот, ну там белый бок, ноги, голова, да, сверху свет. Когда в работе есть место, где глазу нужно отдохнуть. Пустота.